Дорогие друзья, если вам нравится данный контент, просьба помочь кто чем может, хотя бы рублей 20-30. Пожалуйста, не проходите мимо, помогите, пожалуйста. Добро пожаловать на Донбасс-арену. Сегодня мы работаем отсюда, и у нас остается всего ничего до начала игры. С превеликим удовольствием для вас сегодня будут работать Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня мы для вас приготовили трансляцию матча чемпионата. Фантастический вечер ждет нас, Константин. Настрой у команд боевой, стадион полный, поле в идеальном состоянии. У нас есть все составляющие для отличного матча. Игра началась, смотрим. Нужно набирать скорость. Мяч уже на чужой половине. Забил! У него получилось открыть счет уже в начале встречи. Вот это удар у него получился. Пушка страшная, как говорит коллега Черданцев. Хоть и не Колодин бил, но все равно получилось очень мощно. И голкиперу тут никаких вопросов. Отличный матч. Смотрим. Шахтеру теперь нужно отыгрываться, а значит, будет еще интереснее. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Офсайд, судья четко сработал. Мяч у них на чужой половине. Не хватило у них движения, чтобы мяч у себя оставить. Потеря и у соперников мяч. Хороший отрезок сейчас проводит команда. Мяч потерян. Надо было поскорее отобрать мяч, и им это удалось. Хорошо, он с мячом вперед идет. Отлично защитник играет. Сложно у него мяч отобрать. Удар по воротам. Отскок в поле от перекладины. Ничего опасного, эту атаку можно забыть. За боковой оказывается мяч. Пасу немного не хватило точности. Тащит он мяч вперед сейчас. Сейчас надо сравнивать! Хорошее исполнение, но мяч идет мимо ворот.
Гости вынуждены без мяча играть последние минуты. Владение для них сейчас не самое главное. Думаю, они это отлично понимают, что соперник будет стараться разыграть мяч до верного. Удар! Это было опасно, но игрок встал на пути мяча. Нет подачи в штрафную, играют на коротке. Вбрасывание будет. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Можно бить! Почти получилось забить еще раз, но у вратаря свое мнение на этот счет. В этот раз у голкипера все получилось, и пока что новый гол откладывается. Степаненко. Александр Зубков. И разрезающий пас на ход. Мяч на центр, на табло равенства. Повторяют нам гол. Очень хорошо пас он отдал. Зрячий, и точно он у него получился. И ворота бил он уже с близкого расстояния. Так что мяч точно в створ. Снова равенство на табло 1-1. Неплохой пас. Отличный момент есть. Опасный удар. Рядом со штангой мяч проходит. Чуть-чуть поточнее пробей, и был бы точно гол. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Опасно это может быть. Мяч переходит к сопернику. Хорошо, мяч вперед тащит. Удара ждем. Перекладина играет за вратаря. Свисток главного судьи ставит точку в первом тайме. Впереди перерыв. Начинается второй тайм на Донбасс-арене. Он уходит от опеки. Ошибается игрок. Здесь дарит момент сопернику. Есть свободное пространство для контратаки. Ну, все еще есть варианты для продолжения атаки. Великолепная игра в пас. Удар! И это просто шедевр! Смотрим еще раз этот гол. Не успевает здесь реагировать голкипер на мощный удар. Здорово. Счет 2-1.
За боковой оказывается мяч, пасу немного не хватило точности. Степаненко. Пас никуда не годится, перехват. Какой удар! Этот удар не прошел. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Какой хороший перехват прерывает опасную передачу защитника. У них может получиться неплохая контратака. Бить надо и сравнивать счет. Спасает команду голкипер. С очень хорошей позиции удар наносился, и каким-то чудом вратарь вытаскивает мяч. В центр штрафной мяч с углового летит. Что дальше? Пока что мяч не выбит. Не получилось создать опасный момент. Мяч выбит. Грамотно укрыл мяч. Подобраться сложно. До ворот мяч не долетел. Степаненко. Они идут вперед, и соперник не может их остановить. Бей! Да ты только посмотри, что вратарь делает. Как он спас сейчас, а? Что он сейчас творит? Просто невероятно! Действительно, это удивительное спасение. Коротким пасом решили угловой разыграть. И удар. Защита принимает удар на себя. Вратарь теряет мяч. Свою же ошибку исправляет вратарь в этом моменте. Очень грубо он ошибся, конечно. Но из игры не выключился. Удар был непростой. Смог его потащить и исправил свою же ошибку. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. И пробил. Легко справляется вратарь с этим моментом. Степаненко. Получается отдать верхом. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Много еще играть. 10 минут. Не будет больше шанса спасти этот матч. Надо сейчас решать. Дает арбитр игру продолжить. Вы представьте себе, если комментаторы будут во время матча комментировать в полголоса, вот так, как вы сейчас играете. Это разве здорово? Нужно забивать! Отводит опасность от ворот голкипер, все правильно сделал. Невероятно сыграл вратарь в недавнем эпизоде, просто мастерски. Удар! Вот так он играет. Отличное исполнение. Дубль на его счету.
Классный получился гол. Давайте еще раз его посмотрим. Очень мощный прессинг был с их стороны. Буквально они не оставили шансов сопернику. Уже 4 гола в этой встрече забито. 3-1 счет. 2 минуты добавлено к основному времени тайма. Эту передачу перехватили. Финальный свисток. Рады болельщики, рада команда. Хозяева берут все 3 очка. Ничего сопернику в этой встрече не светило. Как мне кажется, счет на табло хорошо отражает происходившее на поле. Он отыграл сегодня великолепно. Все получалось на поле. Ну что тут еще скажешь? Замечательное настроение, замечательная игра. Его дубль помог и команде одержать сегодня важную победу, а он сам пополнил свой голевой запас.